Решение губернатора Кубани Александра Ткачева усилить контроль миграционных процессов и потока иностранной рабочей силы дало положительные результаты. В результате спецоперации «Заслон» за неделю сотрудники миграционных служб и полиции Кубани проверили 224 иностранных гражданина, выдворили из страны 255 непрошенных гостей. Города-лидеры по выявлению нарушений миграционного законодательства: Краснодар за неделю 65 фактов, Туапсе 37, Новороссийск 23 нарушения. В Анапе выявили 17 иностранцев, проживающих или работающих без разрешения. Была проведена внеплановая проверка строящегося дома в селе Субсех, город Анапа. Выявлено 5 граждан Армении, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешения на работу. Анапским городским судом принято решение наложения административных штрафов в размере 2000 рублей на каждого нарушителя с административным выдворением из Российской Федерации с помещением приемник-распределитель. Работодатель гражданин России также привлечен к административной ответственности. Штрафуют иностранцев, работодателей, физических и юридических лиц, причем суммы штрафов последних начисляют в миллионах. Средние показатели по краю могли быть выше. Не налажена работа в Армавире, за неделю не выявили ни одного нарушения, нулевые показатели в отчетах Белореченска. Такое отношение к работе грозит служебными проверками. Отчитались представители Тихорецкого района, провели 23 профилактических мероприятия, проверили 68 объектов. Частный сектор и юридические лица – первые в списке проблемных. 19 иностранцев выдворили из России. Внутреннее совещание сразу после краевого селекторного провел мэр Анапы Сергей Сергеев и распорядился усилить контроль на вокзалах, железнодорожном и авиа. С 1 января будущего года анапскую казачью дружину усилят 12 казаками. 110 сотрудников будут патрулировать улицы города. Такая служба почетна и условия достойные. Есть перспективы карьерного роста. Важные условия эффективной работы – обратная связь. Сергей Сергеев считает, активисты, председатели домовых и квартальных комитетов должны получать ответы от участковых о проверках по их сигналам. Тогда они вам еще больше расскажут. И не подставляй их, то, что мы говорили. Ну да, если участковый приходит или кто-то приходит, и говорит, вот квартальный... Сказал тот-то, тому, кому приходит, они проверяют. За это очень жестко. Поручение специалистам службы судебных приставов – взыскать штрафы с должников. 470 нарушителей, иностранцев и анапчан до сих пор не расплатились за нарушение законодательства. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.